И за веселками, где же их здесь найти? Дубовую рощу. Странно, в этом лесу я боровиков как-то мало встречала. В прошлый раз только два нашла. И вот так красиво растут. Издали заметны. Далекий лес, сегодня туда не поедем. Ну, там он рядом, километров 10. Может, 7. Лучше тут пошли дрыв. Веселки надо бы найти. Невдалеке заметила скромный подосиновик. А оказывается, вот там под листиками был рядышком еще один. Рядом с теми тремя богатырями. Потом я его уже заметила рядышком. Еще один боровичок. Вот они рядом, эти три богатыря. Я пока не режу, пусть Саша придет с корзинкой, их и срежет. Ну, красивые, конечно. С богатырями вырос вот этот вот. Да, рядом с богатырями вырос маленький еще. Вот уж точно здесь я подосиновики не собирала, только веселки, вешенки в этом лесу собирала. Вдалеке вон там стоят вот два. Это справа на одном месте. Впереди вижу вот этот вот и вот этот вот. Сзади два. Недалеко от тех трех богатырей. Интересное место. Бункер холодный. В этом лесу бункер холодной войны. Я снимала, есть у меня такой ролик. Железяки всякие валяются тут. И этих здесь, оказывается, три. Еще два я не заметила. Вот он. А здесь их два оказалось, а я снимала один. Еще один спрятался. Как-то подвирезы остались раньше немножко. Много мухоморов, значит, есть боровики в этом месте. Ну, попробуем. Ровненький, аппетитный такой, красивый. Маленький мячик тут же. Вот еще втроем растут. Тут четыре. Ну, он порядочный, конечно, шишка. Орешек. О, какие трутовики. Разрушители какие здесь живут. Какие-то желтенькие грибочки тут. Некогда грибы собирать. Им ходим, пусто. Ну вот только пантерные какие-то мухоморчики красивенькие. Поляночка попалась. Сейчас пока ходим. То подосиновик, то какие-то 11 подберезок подряд нашли. Но больше пусто пока. Я бы их съела, вот такие, но, к сожалению, я их не понимаю. Красиво. Волнушки я очень люблю. Мне нравятся волнушки. И